никак не хочет нормально кормиться. И вот приходится вот так вот по одной мыши кидать. Тогда она съедает довольно-таки очень быстро. Но вот попробую растянуть ей, скажем так, желудок. Несколько раз в день вот так вот кидать по одной мыши. Из тарелки она вообще не хочет. А вот когда кидаешь, еще как-то съедает. Камера перегревается. Не знаю, в чем с ней дело. Но, в принципе, Олег и предупреждал, то, что у нее есть такая проблема. При условии, то, что камера сама выкидывает видеопоток на YouTube. То есть нагрузка еще сильнее. Так что из-за этого происходит перегрев. Хотя вот и находится она в тени. Ну, я думаю, скоро температура упадет и будет все работать. Ну а наших гавриков